Привет, ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 148, задание под буквой D и E из учебника «Математика 6 класс» Виленкин-Жохов. Давай откроем учебник и прочтем условия задания. Найдите наибольший общий делитель чисел. Итак, чтобы его найти, нам нужно знать, что такое наибольший общий делитель и уметь его искать. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Итак, в этом видео мы будем разбирать номера, задания, как я уже сказала, под буквой D и E, а буквы A, B, V и G, эти задания мы решили в предыдущем видео, поэтому кому нужно, переходите. Итак, под буквой D у нас три числа. Начинаем, они достаточно большие, поэтому мы начинаем с разложения их на простые множители. Начинаем с числа 324. Это у нас четное число, значит, оно делится на 2. Делим на 2, получаем 162. Тоже четное число, да, заканчивается четной цифрой, значит, делится на 2 и будет 81. 81 уже нечетное число, но сумма цифр числа 8 плюс 1 будет 9 и делится на 3. Вспоминаем все признаки делимости чисел на 2, на 3, на 5, по крайней мере, да, на простые числа. 81, значит, делится на 3, будет 27. 27 по таблице умножения мы знаем, что делится на 3, в итоге будет 9. 9 тоже делится на 3, будет 3. 3 простое число делится само на себя, в итоге будет единица. Следующее число 11. Сумма цифр числа делится на 3, значит, и число делится на 3, будет 37. 37 это, смотрим, обязательно проверяем по таблице простых чисел, это простое число. Она находится на форзаце вашего учебника, то есть оно делится само на себя, будет единица. Так, и третье число 432. Так, давайте сначала, сейчас я хочу остановить ваше внимание на вот этом и вот этом числах. Посмотрим, какое у этих двух, у 324 и у 11, наибольший общий делитель. Здесь вообще у нас делители только 3 и 37. Здесь смотрим, есть тройка, 37 нету. То есть уже общий делитель у данного и у данного числа это 3. То есть, когда мы допишем вот это число, сейчас будем разлаживать, все, что может быть у данных трех числах общим делителем, это либо тройка, либо если в этом числе нету тройки, то тогда только единица, и они взаимно просты. Да, понимаете? Потому что какие бы здесь числа ни были, как бы они не совпадали с этими, вот здесь совпадает уже только тройка у этих двух. А нам нужно наибольший общий делитель трех вот этих чисел. Поэтому разложим. Итак, 432 мы будем делить. Так, это у нас с вами значит, четное число, значит, оно делится на 2. Хотя нам, смотрите, нам с вами по большому счету не нужно искать, это даже 2. Почему я только что сказала, да? То есть оно должно у нас делиться на 3. Если это число делится на 3, значит все, наибольший общий делитель мы нашли 3. Да, понимаете, другого не будет, потому что здесь уже 3 и 37. Объясню еще раз. Вот здесь 37 нету, здесь совпадают только тройки. Если здесь совпадет тройка, значит будет 3. Если не совпадет, то у этих трех чисел наибольший общий делитель единица и все. Итак, поэтому я предлагаю делить не на 2, а делить сразу на 3. Посмотреть, поделится данное число на 3 или нет. Итак, делим на 3, оно делится, потому что сумма цифр этого числа делится на 3, будет 144. Все, дальше разлаживать нам не нужно. Дальше мы уже сразу записываем ответ, что наибольший общий делитель данных чисел будет просто 3. Надеюсь, вам понятно было. Кому непонятно, оставляйте свои вопросы или комментарии под этим видео, и мы попробуем более детально еще раз объяснить. Итак, в случае D мы с вами решили, переходим к заданию под буквой E. Итак, первое число у нас 320. Разлаживаем его на простые множители. Оно четное, значит, делится на 2. Будет 160. 160 тоже четное число, тоже делится на 2, будет 80.
80 четное делится на 2, будет 40. 40 опять-таки делим на 2, будет 20. 20 делится на 2, будет 10. 10 делится на 2, будет 5. 5 уже простое число, делится само на себя, будет единица. Следующее число 640. Четное делим на 2. Будет 320. 320 тоже четное, тоже делим на 2. 160. 160 четное делим на 2. Получается 80. Ну, 80 у нас только что было. Мы дальше просто переписываем то, что у нас вот здесь. Да, вот 80, 40. То есть у нас получается здесь с этого момента все одно и то же. То есть мы с вами точно сейчас увидели, что наибольший общий делитель данных двух чисел будет 80, понимаете, да? То есть это число делится на 80, и это число тоже делится на 80. Теперь посмотрим, что же со следующим числом. Если там будет 80, то это вообще, можно сказать, джекпот. Нам повезло, и мы сразу запишем, что это 80. Ну, а если нет, сейчас будем разбирать. Итак, 960 у нас получается четное, да, делится на 2. 480 тоже четное, тоже делится на 2, будет 240. Тоже четное делится на 2, будет 120. 120 тоже четное, делим на 2, 60. 60 разделить на 2, 30. 30 разделить на 2, 15. 15 на 2 не делится, но делится на 3, будет 5. 5 у нас простое число, делится само на себя и будет единица. Так, 80 здесь нет. Поэтому предлагаю просто посчитать, сколько вот у нас двоечек, общее какое будет, точнее, совпадающее количество. Считаем в первом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 двоек. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть здесь и здесь совпадают уже только 6. И, кстати, пятерка тоже совпадает, да? И здесь есть пятерка. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть мы видим, что 6 двоек у нас есть во всех трех разложениях. И есть пятерка. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть это получается полностью все наше число 320. И действительно, здесь есть вот 320, здесь нету, но если мы посчитаем 6 этих двоек и 5, у нас будет 320, и дальше, если умножить на 3, то получится 960. То есть в этих трех числах мы с вами увидели, что каждое из этих чисел делится на 320. Да, я, конечно, обведу, но... То есть мы с вами увидели, что это число 320, и записываем. Наибольший общий делитель чисел данных есть 320. Итак, смотрите, мы с вами это разложили, но на самом деле существует путь намного быстрее, который вообще в принципе нужно было бы применить в идеальной, так скажем, ситуации. Всегда, когда у вас есть три числа, три или больше чисел, нужно проверять, возможно, одно из них, на одно из них делятся все остальные числа. То есть, как в данном случае. Нам нужно было взять 640 и попробовать его делить на 320. Взять 960 и попробовать его делить на 320. Да, то есть, и мы бы увидели, что данные числа делятся на 320, и нам бы не нужно было вот это делать все разложение. Но раз мы его уже сделали, мы с вами просто еще раз подтвердили, еще раз увидели, что это число 320. На этом задание мы выполнили. Перейдя по ссылке в описании на наш сайт, ты можешь решить самостоятельно похожее задание и получить за это баллы. Каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайся на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.